Тюменскую область признали лучшей для ведения бизнеса. Таковы результаты национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Вслед за ней идет Москва. Давайте посмотрим, что дальше. Далее Татарстан. И вот здесь надо отметить, что в прошлом году он этот рейтинг возглавлял. На 4-й позиции северная столица, ну а на 5-м месте Тульская область. Регион входит в пятерку лидеров 3-й год подряд. Традиционно этот рейтинг на форуме представляет агентство стратегических инициатив. Сегодня в рейтинге 2018 рост показателей можно назвать колоссальным. Это результат планомерной системной работы на всех уровнях власти. Наконец, межведомственное взаимодействие, которое традиционно считается слабым местом всех масштабных программ, реформ, сложилось и дало такой эффект. В этом году в рейтинге выросло 78 регионов. Это 92% от общего числа. Мы видим, насколько в этом году ужесточилась конкуренция. Если раньше весь прирост рейтинга приходился на лидеров, то есть и за пределами двадцатки, сегодня происходят серьезные изменения. А иначе никак. В декабре Чупшева добавила, что впервые для рейтинга установили четкие целевые показатели по каждой проблеме бизнеса. По некоторым процедурам результаты невероятные. Например, получить разрешение на строительство можно за 105 дней. 5 лет назад на это уходило времени в 10 раз больше.